Здравствуйте! Сегодня вторник, 16 февраля 2021 года. После принятия решения правительства Израиля о разрешении на посещение тренажерных залов, спортивных и культурных мероприятий, а также отелей и бассейнов для вакцинированных граждан, с 21 февраля 2021 года многие гостиницы в Израиле отреагировали на это и опубликовали свои предложения на отдых. Итак, мы проанализировали отдых в Эйлате в период с 25 февраля по 27 февраля 2021 года, конец недели, на двоих. Итак, всего отреагировало на это предложение 28 гостиниц. Самая дешевая гостиница на две ночи, на двоих, будет стоить 348 шекелей. А самая дорогая гостиница будет стоить 2902 шекеля в Эйлате. Итак, какие же условия эти гостиницы предлагают? Самая дешевая гостиница в Эйлате предлагает условия. Две ночи в гостинице без завтрака, обеда и ужина, только проживание. Немножко подороже гостиница, которая будет стоить 552 шекеля. Тоже также без питание, только проживание. Еще одна гостиница, которая будет стоить 782 шекеля, также без питания. Ну и дороже. 822 шекеля, 936 шекелей на двоих, две ночи, 1028. Предлагает бесплатную отмену гостиница за 1071 шекель, также предлагает бесплатную отмену, и гостиница за 1080 шекель на двоих, две ночи, также предлагает бесплатную отмену. Итак, я вижу все гостиницы, которые более дорогие, они предлагают бесплатную отмену. Как правило, ну есть, которые не предлагают, допустим, эти две гостиницы. Как Club Hotel, которая стоит 1355 шекелей, она не предлагает бесплатную отмену. Кстати, можно заказать гостиницу на двоих на основании «Все включено» за 1455 шекелей. Это гостиница Leonardo Privilege Eilat или Leonardo Club Eilat за 1486 шекелей, которые с бесплатной отменой и работают по системе «Все включено». Есть и более дорогие гостиницы, которые только завтраком, такие как Эрот, которые стоят
1660 и 1866 шекелей, соответственно, включая только завтрак. Или Исратель и Лат, Ямсуф, за 1893 шекеля, который тоже также включает только завтрак и с бесплатной отменой. Ну и более дорогие гостиницы, которые на двоих будут стоить больше 2000 шекелей. И самая дорогая гостиница, которая будет стоить 2902 шекеля, это гостиница Эроц Виталис Фаталь. Она будет стоить 2902 шекелей с завтраком на двоих на две ночи. Это все на сегодня. Спасибо за внимание. И до встречи на моем канале.